Президент Украины с супругой почтили память жертв голодоморов. Они возложили к памятному знаку на Михайловской площади композиции из колосьев и калины, переплетенные лентами в национальных и траурных тонах. Позже Петр Порошенко примет участие в траурных мероприятиях в Национальном институте «Мемориал жертв Голодомора». Напомним, сегодня в 16 часов состоится общенациональная минута молчания и стартует акция «Свеча памяти». Жители страны призывают поставить свечи в окнах своих домов. Жертвами искусственного голода в Украине в 1932-33 годах, по разным данным, стали от 4 до 7 миллионов человек. Четверть – дети. Голодомор стал следствием насильственной коллективизации сельских хозяйств, раскулачивания крестьян, вывоза урожая из Украинской ССР по приказу Сталина. В отдельные периоды 1932-33 годов в день от голода умирали 24 человека. Всего в 20 веке украинцы пережили три голода – 1921-23, 1932-33 и послевоенный голод 1946-47 годов. 64% жителей Германии считают Ангелу Меркель достойным кандидатом на пост нового канцлера. Данные опросов показывают, что поддержка действующего главы правительства ФРГ стремительно растет. Всего неделю назад на посту канцлера ее видели 55% опрошенных. При этом среди сторонников партийного блока ХДС-ХСС доля тех, кто поддерживает действующего канцлера, достигает 89%. Напомним, ранее Ангела Меркель заявила о своем намерении баллотироваться на пост канцлера в четвертый раз. Британцы, недовольные выходом страны из Евросоюза, могут купить гражданство ЕС. Об этом заявил уполномоченный со стороны Брюсселя по переговорам о Брексите Ги Верховстад. Жители королевства могут делать ежегодный взнос и в дальнейшем пользоваться всеми льготами Евросоюза, которые дает гражданство. Речь идет в том числе о свободном перемещении по ЕС после того, как Великобритания выйдет из его состава окончательно. Также можно будет жить в странах Евросоюза и принимать участие в общеевропейских выборах. Саудовская Аравия отказалась от участия в переговорах со странами, которые не входят в ОПЕК, в том числе Россией, о возможной заморозке добычи нефти. Напомним, переговоры должны были начаться в понедельник в Вене. По данным источников, руководство королевства хочет, чтобы участники картеля сначала договорились внутри группы, а уже затем со странами, не входящими в ОПЕК. Вместо запланированной встречи пройдет обсуждение сокращения объема добычи нефти с Ираном и Ираком.